Всем привет, и мы продолжаем приключения Эджея Охотника на зомби, и сегодня по просьбе подписчиков мы будем ловить болотного зомби-босса. Итак, первый выстрел неудачный, второй есть попадание, отлично, вот промазал. Итак, друзья, давайте-ка вот немножко промахнулся. Итак, давайте-ка подрегулирую гарпунную пушку, есть второе, третье попадание, здорово, последнее попадание и болотный зомби-босс Пойнтман. Кроме того, сегодня мы будем передавать приветы, выполнять всевозможные задания. Но вначале, друзья, давайте-ка мы вот поймаем всех зомби-боссов. Отлично, друзья, есть возможность нам переработать этого зомби-босса на вкусняшку. Вот это очень невыгодные курсы нам предлагают. А наиболее выгодный курс — это трёхглазая рыба. За нее, друзья, мы получим 52 тысячи монеток. Вот спасибо подписчикам за отзывы, комментарии. Сегодня я обновил эту игру, но, друзья, разницы не почувствовал. Не знаю, в чем разница. Вот написал подписчик, что игру обновили, но я вот что смотрю, ничего, друзья, не заметил. Итак, вперед, друзья, на ловлю следующего зомби-босса. Это у нас пляжный зомби-босс. Очень непросто его поймать. Отбивается доской спасателя, но я попытаюсь его поймать. Итак, 3, 2, 1. Где же наша гарпунная пушка? И первый выстрел неудачный. Друзья, готовимся, готовимся. Есть, есть попадание. Отлично. Промазал, друзья. И есть. Ах, отбивается, отбивается. И есть второе попадание. Здорово. Итак, готовим пушку. Ах, вредина. Что делает? Есть третье попадание. Здорово. И нужно его ловить. Вот так немножко. Вот. Ай-яй-яй. Ушел, ушел. Итак, друзья, нужно подрегулировать. И промахнулся, друзья, промахнулся. Уходит, уходит, уходит. И есть, друзья, удалось возле самой кромки леса. Все же удалось нам поймать пляжного зомби-босса. Ну что же, чудесно, друзья. Итак, давайте-ка отправимся в кафешку. Переработаем и этого зомби-босса на вкусняшки. И посмотрим, что у нас нам предлагают. Итак, предлагают интересные напитки, но это все невыгодно. Наиболее выгодная зомби-машинка — это вот эта зомби-машинка. Вот по производству кокосового напитка. Вот в нее мы и перерабатываем зомби-босса. Отлично, друзья. Продолжаем игру и попробуем поймать снежного зомби-босса. Вот этого снежного человека. Ну что же, друзья, вперед. Вперед на ловли снежного человека, либо снежного зомби-босса. Кто из подписчиков как пишет. Некоторые называют йети, но я сейчас попытаюсь его поймать. Итак, есть первое попадание. Неплохо, в прыжке удалось его поймать. Кстати, друзья, есть второе попадание. Кстати, очень непросто его поймать, когда он в этом шаре, он неуязвим. Итак, есть третье попадание. Ох, как хорошо идем, друзья. Неплохо, неплохо. Итак, друзья, давайте-ка. Есть четвертое попадание, и снежный зомби-босс пойман. Вот, по-моему, друзья, вот это был самый лучший сегодня выстрел. Каждым выстрелом я ловил зомби-босса. Вот, без промахов. 4 выстрела, 4 попадания. Вот, кстати, наиболее выгодная зомби-машина по производству — это вот серые хот-доги, но сейчас она занята вот зомбиком, поэтому, друзья, будем перерабатывать вишневое варенье. Итак, супер! Следующий зомби-босс, и это у нас зомби-босс из Китая. Очень непростой зомби-босс, но я попытаюсь его поймать. Он здорово подвисает, летит, и Эджею непросто его поймать. Но мы это попытаемся сделать. Итак, вперед, друзья. Готовим гарпунную пушку и попытаемся его поймать. И есть первое попадание, неплохо. Вот, промазал. Второе, неудачно. Итак, друзья... И ахахахаха, как неудачно я выстрелил. И промах, друзья, промах, промах, промах. Давайте-ка, есть второе попадание, отлично. Пытаемся попасть, неудачно. Вот, есть третье попадание, еще одно попадание. И он будет пойман, и есть. Да, друзья, удалось, удалось. Итак, замечательно. Вот уже должен был уйти возле... Возле к самой кромке экрана удалось его поймать. Итак, друзья, супер. Остается у нас последний зомби-босс. Но вначале давайте-ка мы переработаем этого зомби-босса на вкусняшки. Итак, китайский зомби-босс предлагает нам невыгодные курсы. А наиболее выгодный курс — это шашлыки. Смотрите, за этого зомби-босса мы получим 58 500 монеток. Итак, супер. Просто-просто здорово. Итак, друзья, последний зомби-босс. Зомби-босс из лагуны.
Вот, попытаемся сейчас мы его найти. Да, друзья, вот кто в курсе, я установил сегодня обновление, но разницы я не почувствовал, вот не увидел. Была версия 0.21, установили 0.22, но разницы, как говорю, я не увидел. Так, есть первое попадание. Ох, как здорово, друзья. Итак, ждем, пусть он всплывет. И промазал, друзья, слишком рано нажал. Ждем. И опять же, давайте-ка я, друзья, немножко попробую опустить гарпунную пушку. Есть попадание. Ай-яй-яй, есть третье попадание. И еще одно попадание. И есть. Супер, друзья. Просто здорово, просто фантастика. Итак, 4 зомби-босса, 5 зомби-боссов пойманы вот с первых попыток, без проблем. Ну что же, замечательно. Итак, давайте-ка, друзья, переработаем этого зомби-босса. И, к сожалению, друзья, машина по производству рыбных палочек занята. Значит, друзья, мы переработаем его в кальмара. Супер, друзья! Вот здорово, друзья. Итак, у нас все получилось. И в начале видео передаю привет всем нашим подписчикам и зрителям. Кроме того, друзья, особый привет от Эйджея и Бада и от меня лично. Подписчику с ником Рита Кэт, Алон 2000, Егору Шестипалову, Мурат Махмудову, Екатерине Гинкул, ютуберу известному Макар Руткину и подписчице с ником Кеслер. Друзья, большущий вам привет от Эджея, бадает меня лично. Ну что же, друзья, давайте-ка, прежде чем посмотреть, какие у нас задания, я запущу зомби-машинки. Пусть они вырабатывают вкусняшки. Это, опять же, просьба от подписчиков, чтобы я запускал все зомби-машинки. Кстати, они уже улучшены все до максимума. Кто смотрел цикл видео на канале, друзья, вы там видели, как мы постепенно улучшали. Вот переходили к уровню. Сейчас мы на максимальном уровне. Вот очень, друзья, я хотел этого обновления. Надеялся, что добавят разработчики новые машины, новые уровни, новые вооружения. Но этого не случилось. Вот. Прошло новое обновление, но разницы, честно говоря, я не почувствовал. Ну, как-то вот так. Итак, замечательно, друзья. Давайте-ка посмотрим, какое у нас сегодняшнее еще задание. Итак, поймай зомби с помощью ловушки Тесла. Поджарь убегающих подлецов. Поймай зомби с помощью ловушки Тесла. Ну что же, супер. Итак, друзья, я принимаю вызов. И сейчас мы пойдем с просьбами от подписчиков. Вот, очень много подписчиков написали свои команды, свои костюмчики для Бада и Джей. И давайте-ка, друзья, вот я пойду подряд. Вот первым написали лагуну, но давайте-ка, друзья, я возьму болото. Итак, болото, деловая шляпа. Один из подписчиков написал. Вот, пойдем. Вот я повыписывал те просьбы от подписчиков. Ну, давайте-ка начнем мы с болота. Отлично. Итак, я пропустил где-то деловую шляпу. Похоже, она вот она. Вот на спецагента. Вот что с вооружением? Морозная пушка и капкан. Вот, жаль. Нам нужна ловушка Теслы. Тем не менее, возьму капкан и возьму морозную пушку. Ну что же, друзья, давайте-ка попробуем поймать побольше зомбиков. Кстати, друзья, нам надо набивать очки мастерства, ловить всех зомбиков, потому что вот мы идем на последнее звание. Итак, посмотрим, как удастся мне поймать отлично, не даю зомбикам ни единого шанса. Ну, давайте я хотя бы какого-то одного попробую поймать на капкан. Отлично, удалось мне, давайте-ка я вот хотя бы одного, вот так двоих, видите, как здорово они попадают в капкан. Отлично, сбиваем змейку. Здорово, летучую мышь нам удалось поймать. Кстати, далеко ли нам к лесу? Недалеко. Вот, не буду я больше тратить капканы. А вот так здорово, в прыжке попробуем. О, сразу же троих зомбиков удалось поймать при помощи гарпуна. Друзья, я что-то увлекся. Друзья, я так и не использовал морозную пушку. Но ничего страшного. Давайте-ка продолжим охоту и возьмем следующую, на пляж следующую от подписчиков форму. Вот, один из подписчиков попросил, чтобы я взял мутанта. Давайте-ка возьму этот костюмчик. Вот, возьму уже ловушку Теслы. И давайте-ка я, друзья, еще возьму транквилизатор.
вот это интересное оружие. Попробуем при помощи транквилизатора вот поймать большинство зомбиков. Хотя, друзья, я вам скажу, транквилизатор очень плохо идет на тех зомбиков, у которых есть броня. Но мы попытаемся все же сработать. Итак, устанавливаю ловушку Теслы. Вот, кстати, нам надо еще сбить этого краба, чтобы он не мешал. Ну, давайте-ка, друзья, я его при помощи гарпуна вот так собью. Вот еще птичку было бы здорово сбить. Вот так, краба убрали и сбиваем птичку. Ну вот, а сейчас давайте-ка я попробую при помощи транквилизатора поймать. Ай-яй-яй, друзья, эти девушки, они в броне. Тем не менее, удалось одну поймать, а вторую попытаюсь, но сработала ловушка Теслы, поджарила эту девушку. Неплохо. Давайте-ка я еще вот здесь попробую ловить при помощи... Ага, здесь лес. Ну, ничего страшного, пусть будет лес. Итак, будем пробовать ловить при помощи транквилизатора. Если не получится, друзья, вот ловушка Теслы будет у нас на подхвате. Так, замечательно, бросаю мозг. Отлично. Ой-ой-ой, этот зомбик, друзья, в броне. Ничего не смогу сделать. Отлично, удалось от него разбить, но вот этого в броне просто нереально. Давайте-ка я его при помощи гарпуна, либо пусть ловушка Теслы уже его добивает. Ну, я считаю, тоже неплохо мы справились. Вот бесполезно по-железному бить транквилизаторами, просто это уже из опыта. Отлично, вот, да, друзья, вот этих двоих... Ой-ой-ой, друзья, одного... Ну, вот, считай, очень рано сработала ловушка Теслы. Ну, а вот этого, друзья, я считаю, нету даже смысла вот нам... Как-то... Ой-ой-ой, друзья. Ай-яй-яй, уходит. Есть. Нашпиговали транквилизаторами, друзья. И это победа. Да, есть очередное очко мастерства. Хороший результат. 111 очков. Просто супер. И да, друзья, вот просили подписчики показать, какие у меня звания. Мы сейчас идем с вами на последнее звание. Давайте-ка я покажу, а потом продолжим опять же ловлю с подписчиками. Итак, все, что можно было, я уже, друзья, открыл. Сейчас мы идем на последнее звание «Залетный охотник». А до этого, друзья, у нас была разнообразная куча званий. Начинали с новичка, потом начинающий ловец, охотник-любитель, ученик-сталкера, ассистент-капканщика, младший истребитель, главный по гарпунам, старший истребитель, опытный киллер, мастер-преследователь, исполнительный наемник, смертоносный ловец, главный охотник, легенда, турболегенда, великий охотник, благочестивый охотник, мутировавший охотник. Ну и вот, даст Бог, с вами закроем залетного охотника и получим награду шлем пилота. Вот, кстати, за каждое звание нам давали какую-то интересную плюшку. Вот, ну что же, друзья, итак, вперед. Следующая команда у нас на снег. Попросили взять сосиску и сетемет. Ну что же, друзья, здорово. Итак, пойдем с вами. Возьмем для Бада костюм сосиски. Вот, возьмем сетемет. И ловушку Теслы. Ой, друзья, не подкупил, либо была. Ну, ничего страшного. Друзья, здесь без ловушки Теслы в снежной локации никак нельзя. Здесь просто нереально вот поймать зомбиков. Вот, причем они бросаются снежками, очень непросто их ловить, но я попытаюсь. Итак, друзья, есть двоих поймал, а двоих поджарила ловушка Теслы, здорово. Итак, 5 из 15 уже есть. Бат пока космическим кораблем собирайте, видите, друзья, вон он сверху где-то там летает и собирает в космический корабль вот зомбиков. Ну, а нам, кстати, было бы здорово еще подбить вот этих усов, давайте-ка я попытаюсь... их поймать. Эх, вредина. Ничего страшного, друзья. Я уверен, в Баду все получится. И вот так. Эх, как неудачно, друзья. Вот, ушли. Ничего не смог сделать. Есть. Одну сову все же удалось мне сбить. Ну, как-то вот так. Не всегда удается. Но в большинстве случаев я сбиваю птичек неплохо. Итак, здорово, друзья. Очень много в этой локации оказалось зомбиков. Давайте-ка я не стану рисковать. Ага, здесь выпущу две ловушки Теслы, бывает одна не срабатывает. Возьмем сразу же сетемет и попытаемся поймать зомбиков. Так, прячемся. Так, куча зомбиков и хороший выстрел, и я одного поймал, но дальше нашего Эджея оглушили. Итак, стреляю с сетемета, срабатывает ловушка Теслы. Ну что ж, я считаю, друзья, это тоже даже очень неплохо.
Вот 8 из 15 уже есть. Давайте-ка я установлю ловушку Теслы и попытаемся сейчас поймать зомбиков. Хотя, в принципе, мне кажется, друзья, нету смысла их ловить. Давайте-ка я соберу. Ничего себе, друзья, по-моему, сработали две ловушки Теслы. Итак, ловить либо их... Давайте-ка, друзья, я словлю. Итак, двоих я поймал. А вот этого, друзья, пусть поджаривает ловушка Теслы. Вот такого забавного Санта-Клауса. Здорово, друзья. Итак, очередной мастерской заход и очередное очко мастерства. И мы все ближе к последнему званию Эйджея. Вот. Ну что же, замечательно, друзья. Итак, вперед. Давайте-ка продолжим охоту. И я беру следующую вот команду от подписчиков. В Китае попросили взять поварской колпак. Вот сетемета и капкан. Ого, ничего себе, друзья, второй сетемет. Ну что же, пусть будет так. Итак, где у нас Китай? Вот он. И что же нам нужно? Нам нужен поварской колпак. Давайте-ка я попробую найти этот забавный костюмчик. Вот он. Вот ловушку Теслы я подкуплю, сетемета подкуплю. И отправимся с вами в Китай на ловлю зомби-боссов. Зомби-босса сегодня мы поймали, больше ловить не будем. А вот зомбика по просьбе подписчиков в костюмах разных от БАДа я попробую сделать. Ой, друзья, итак, вот выстрел из сетемета и двое зомбиков пойманы. Вовремя я это сделал, друзья. Могли бы удрать и могли бы потерять очко мастерства. Немножко я расслабился, то есть не стоит так делать. Итак, ну, друзья, пусть срабатывает ловушка Теслы, не надо набить уже очки, поэтому, друзья, я вот не стрелял из сетемета. Вот давайте-ка посмотрим, что здесь у нас. Вот, ага, какой-то голубь. Отлично, с первого выстрела удалось его сбить. И давайте-ка посмотрим, кто здесь в гнезде. Отлично, возьму-ка я сетемет и попытаюсь вот поймать этого грабителя. Хороший выстрел, уклонились мы от вилки и без проблем поймали вот этого грабителя. Кстати, заберу-ка пока я ловушку Теслы. Зачем разбрасываться ресурсами? Вот есть подсказочка, еще есть три зомби и, скорее всего, и вот сидят они в этом гнезде. Так, бросаем мозг. Вот. Итак, друзья, не буду я пока. Пусть срабатывает ловушка Теслы. Итак, 14 зомбиков пойманы при помощи пушки Теслы. И у нас очередное мастерской заход. Супер, друзья. Итак, остается еще одно очко мастерства. И мы, друзья, с вами уже закончим миссию. Итак, продолжаем охоту. И последняя у нас локация — это лагуна. Подпросила, по-моему, это была подписчица, чтобы я взял БАДа, пушку Теслы и ловушку Теслы. Ну что же, здорово. Итак, отдельный герой. Вот это, друзья, все костюмчики Эйджея, но у нас есть еще отдельный герой. Это робот БАД. Вот если, друзья, обратите внимание, сейчас беру пушку Теслы, ловушку Теслы. Сейчас за рулем уже будет Эйджей, а ловить зомбиков будет БАД. Во всех остальных случаях это делает БАД, сидит за рулем, а Эйджей охотится. А сейчас, видите, наоборот. Жаль, нельзя, друзья, увеличить картинку. Тем не менее, сейчас, видите, очень недовольный Эйджей за рулем, а БАД ныряет и начинает охоту. Давайте-ка, друзья, я вначале проверю. Собьем акулу. Ох, какой хороший выстрел. Вот, нам надо проверить, где морские монстры. Очень здорово они лопают зомбиков, нельзя этого допускать. Вот напротив вот этого монстра мы и установим ловушку Теслы, чтобы он не съел зомбиков. Хотя, друзья, есть одно видео у меня на канале, где я специально вот пытался накормить побольше зомбиков вот этим морским монстром. Очень здорово выглядит. И смотрите, как здорово сработала пушка Теслы, поджарила зомбиков. Отлично, давайте-ка посмотрим, как здесь у нас получится. Кстати, нам нужно еще, чтобы вот несколько... Отлично. И вот, ох, какая цепная молния, друзья. Вы видели, как здорово сработали. Вот. Но тем не менее, друзья, мне надо, чтобы несколько... Вот одного из зомбиков поджарила ловушка Теслы. Вот, то есть нужно будет все же подставиться одного зомбика. Отлично, лопнули шарик. Давайте-ка, как-то неаккуратно упала здесь ловушка Теслы. Давайте-ка ее вот здесь вот так установлю.
И нужно будет на эту ловушку Теслу сейчас направить зомбиков. Давайте-ка, друзья, вот этих я и направлю. Вот так. Пусть бегут и попадают под ловушку Теслы. Итак, да, друзья, есть миссия выполнена. Зомбики пойманы. Отлично. Ну и вот этих сейчас я попробую поджарить из ловушки Теслы. Вот. Стоит ли, друзья, устанавливать ловушку Теслы? Думаю, не стоит. Вот выбираю пушку Теслы. Вот. И сейчас попробую поджарить. Вот так, последние две русалочки поджарены при помощи пушки Теслы, очередное очко мастерства. Ну что же, супер, просто здорово. Итак, вперед, друзья, вперед. Вот с вами возвращаемся в кафешку. Вот прежде, друзья, чем посмотреть, какая награда за миссию дня, давайте-ка я покажу, какие у нас есть костюмчики в наличии. Пишите в отзывах, в комментариях, какой вы хотите увидеть для нашего Бада в следующем и Эджея в следующем видео, и я его надену. Итак, какие есть костюмчики для Эджея? Это грабитель банка, ковбойская шляпа, охотничья шляпа, зимняя шапка, бандана, деловая шляпа, монстр, шлем волка, козел, фастфуд, купальник, поварской колпак, костюм цыпленка, паучий шлем, дьявол, дракон, костюм гоблина, камуфляж, набор реактивов, костюм химзащиты, сосиска на палке. Вот отдельный герой Бад. Ну, к сожалению, Бада только один костюм, это робот. Вот, уж дальше, опять же, костюмчики для Эйджея. Тяжелый металл, вот, морское создание. И сейчас, друзья, последний костюмчик метан, мутант. Кроме того, друзья, есть космических два корабля. Это акуленыш и военный грузовик, которых мы выиграли в состязании. Можем, то есть, при помощи галочек их менять. Но, в принципе, пусть будет акуленыш. Разница небольшая. Ну вот, друзья, итак, какое у нас сегодняшняя награда за миссию дня? Давайте-ка посмотрим. Вращаем игровой автомат. И за это мы получаем 2000 монеток, 2 единицы плутония и еще 2 единицы плутония. Мелочь, но приятно. Итак, друзья, сегодня я уже на этом с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите, друзья, в отзывах, в комментариях, в каком костюмчике вы хотите увидеть Эйджея в следующем видео, и я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. А чтобы, друзья, не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!